На ярмарке «Работа с очинцем» список вакансий презентовали 20 работодателей. Это представители санаторно-курортной отрасли, банковской сферы, учреждений здравоохранения, образования, предприятия розничной торговли. Сегодня горожане через центр занятости могут устроиться официантом, поваром, продавцом, товароведом, горничной, а также менеджером, преподавателем или медсестрой. Предлагают с очинцем и бесплатные курсы повышения квалификации. Здесь же можно получить дополнительное образование. Мы обучаем на такие профессии, как бухгалтер, 1С. Мы обучаем на кадры, администратор зала, обучаем водителей, поваров, кондитеров, электрогазосварщиков. Мы нацелены именно на то, чтобы после нашего обучения наши безработные граждане обязательно нашли себе работу. Как раз таки наше обучение и помогает им это сделать. И в основном 100% безработных трудоустраивается после обучения. В целом с начала года в Центр занятости населения Сочи за содействием в поиске подходящей работы обратилось 5280 граждан. Трудоустроены 4062 человека. Это 77% от общего числа. Работа для сочинцев есть всегда, отмечают специалисты. На одного незанятого гражданина, зарегистрированного на городской бирже труда, приходится 5 вакансий.